Зимняя универсиада 2017 установила рекорд по количеству зарегистрированных стран-участниц. Об этом сообщили организаторы проведения спортивных игр. По итогам первого этапа аккредитации свое участие подтвердили студенты-спортсмены из 64 стран. Онлайн-регистрация началась 29 января, ровно за год до старта состязаний. Ожидается, что в соревнованиях зимней универсиады примут участие около 2000 спортсменов. По предварительным заявкам, самая большая заявка падала нам Южная Корея, которая заявила около 150 спортсменов, Великобритания 90 спортсменов, Норвегия 80 спортсменов, Швейцария 80 спортсменов, а также вот и другие. Это вот приблизительные цифры, которые на сегодняшний день нам подтвердили.